Всем привет, я Гела, и сегодня, вернее, на днях мне поступило предложение, от которого я просто не в состоянии была отказаться. Booking.com, огромное вам спасибо, а вам, девочки, я сейчас расскажу, как здорово я отдыхала. Ну вот я показала просто, в чем я поеду. В Москве очень холодно было, это было 22 числа, и вот в 5 утра я еду в Шереметьево. Вот, девочки, наверное, кто, для тех, кто не знает, есть такой сайт booking.com, все ссылочки я оставлю, заходите на этот сайт, и там подобраны все-все-все, какие на любой вкус вы можете выбрать себе отдых. Там огромное количество фильтров, которые вы ставите по деньгам, по расположению и так далее, и тому подобное, и, ну, там, по количеству, по времени заезда-выезда. Вот, и вот таким образом очень легко и очень удобно, просто с телефона даже или с компьютера можно подобрать себе потрясающий отдых. Вот, у меня это будет отдых в Сочи, который я обожаю. Вот мы приехали, я вернее приехала на такси в Шереметьево. Буду рассказывать все цены, все такси, значит, мне 2000 обошлось. Вот, вот аэропорт Шереметьево, новый терминал D. Вот, а отдых мне весь на неделю обошелся, значит, 30 тысяч рублей. Да, 30 там что-то с копейками. 7 дней, 6 ночей, да, вот, отель «Мариана», потрясающий отель, это Богородская, второй корпус «Мариана», и строится там третий корпус, это первая береговая линия в Эмеретинке в Сочи, просто потрясающе. Я как-то до того все жемчужина, ну и где-то там в центре, а сейчас я просто в восторге от этой Эмеретинки. Я уже отдыхала в русских сезонах, потрясающий тоже, шикарный, высокого уровня отель. Но он все-таки подальше от моря и немножко там скучновато, но сам отель просто шикарнейший. А здесь Эмеретинка — это первая линия береговая, прямо на берегу. Ну, шикарный отдых. Вот, значит, я... Так, и за билеты я заплатила. Значит, отдых там обходится. Вот сентябрь, да, 2019, 22 сентября. На неделю 30 тысяч, да. Вот, билеты я купила сама. Билеты мне туда-обратно обошлись 17 700, по-моему. Компания «Аэрофлот», чартерные всякие я не люблю, потому что, ну, там то задержки бесконечные, то... В общем, взяла я на... прямой рейс «Аэрофлот» 17 700. Вот. То есть я рассказываю все цены, чтобы примерно вы понимали. Если вы бронируете там, я не знаю, с зимы, с весны, то все это можно купить, мне кажется, и дешевле гораздо. Вот, и отдых получится, в общем-то, очень доступный. Вот, в эти 30 рублей не входят завтраки, обеды. Вот, завтраки там можно, так, сейчас скажу, 250 рублей завтрак, шведский стол. Но, девочки, я дальше объясню, я не пользовалась этим, потому что за 150 рублей там миллион еды везде и всюду, на каждом шагу, и есть эти столовые, потрясающие, чистота, красота, огромный ассортимент. За 150 рублей я обедала просто от живота, понимаете, вот я на одну себя, поэтому мне вот этот шведский стол за 250 рублей даром не надо, все остается, ну там как-то... Вот, поэтому вы уже выбираете сами, заказывать, брать эти завтраки, обеды, оплачивать сразу или нет. Вот, упаковка стоит 650 рублей, упаковка багажа. Вот. Ой, потрясающий вот этот куб, баннер в Шереметьево, очень красивый. Прелесть, прям такие виды. Вот, что еще сказать, вот по поводу еды, да, просто на каждом шагу, помимо ресторанов, кафе и баров, там очень много столовых, они очень чистенькие, цивильные, все идеально, удобно, и огромный ассортимент еды, понимаете, поэтому мне кажется, если вы будете брать там
пусть не Мариану, да любой отель, мне кажется, вовсе не обязательно брать еду. Ну, то есть в путевку, чтобы входило, да? Шведские столы, они дороже обходятся. Вы дешевле наедитесь в этих столовых. Просто еда потрясающая. Просто на каждом шагу. Никаких очередей, ничего, потому что много очень. Вот, что еще сказать? Так, 30 тысяч рублей – это стоит номер. Номер стандарт. То есть я брала на одну, но такого нет. Одноместный, двухместный, там стандартный номер. Он сразу идет двухместный. И даже если с ребенком вы дальше посмотрите, большой номер, прям с большущей кроватью двуспальной. И плюс кресло-кровать разборная. Еще и дают всякие раскладушки, всякие ходунки там для детей. Все это в отеле есть. То есть очень удобно на семью. Вот такой номер вы снимаете. И прекрасненько. Вот. Ну а сейчас я регистрируюсь и бежим на посадку. Но прежде чем на посадку, я там сейчас еще покажу. Но мне вот эти баннеры так нравятся. Я решила вам поснимать эту рекламу. Она прям огромная, такой красивый баннер. Ну и все, девочки, счастливого пути. Бежим на посадочку. Вот сейчас еще вот эту красоту посмотрим. Это так мощно смотрится. Вот видите, он огромный какой баннер этот. Куб целый. В Шереметьево. Вот, я вылетала из Москвы. Ну, я сказала уже, да, в 5 утра 22-го. И это, конечно, холод такой. Я тепло оделась. Вот мы зарегистрировались, сняли, сдали багаж. Ну, я имею в виду, мы с вами. Решила, конечно же, забежать в туалет. Ну, и заодно и вам показать. Ну, и дальше проходим на посадку. И вот эти магазинчики я обожаю. Я и на обратном пути в этот магазин приобрела, там покупочку сделала, покажу. Вот, ну, а туда, в Сочи, вот московский вот этот магазин вам покажу. Обожаю лучше что-нибудь покупать в этих магазинах. Как только проходишь на посадку, сразу ароматы такие. Вот, и мои любимые духи Нина Ричи, по крайней мере, на лето это потрясающе. И я вот эту классику, яблочки всякие брала. Вот, а сейчас я решила взять, я уже брала пробник, можно так сказать, 30-миллилитровое яблочко, малюсенькое, синенькое. Вот. И мне очень понравилось, поэтому в этот раз я взяла 80 миллилитров, вот такое яблоко. Ну, это пробники, тестеры. Так, ну поставим. В общем, самое большое 80 миллилитров я взяла. Яблоко, вот здесь есть там скольки-то и 80-миллилитровые. Вот. Поменьше 30 миллилитров, но 80 миллилитров это и выгоднее, и... Смотрите, какая прелесть и красота. Хотела еще тушь взять. Вот ланкомовская тушь неплохая. У меня Шанель. Но я уже все, не успевала. Я уже показала вам магазинчик, побежала. Там уже объявляют прям быстрее заканчивается посадка. Ладно, думаю, в следующий раз. Скажите, вот кто пользуется Ланком тушь? Вот у нас, если мне не изменяет память, раньше когда-то я пользовалась ланкомовской, сейчас Шанель у меня. Шанель, кстати, девочки, скажу, отличная тушь. Просто безупречная, хватает надолго, ее очень там долго будете краситься. Потрясающе на ресницах, шикарная. Там разные формы кисточки, подбирайте себе, какую нужно. Ну, в общем, я пользуюсь Шанелькой, и я от нее в восторге, очень ее люблю, не хочу менять. Но что-то вот увидела здесь Ланком, видите, постояла, и там объявление, уже побежала, ладно. Ну, думаю, куплю. Так, духи купили, побежали теперь на посадочку здесь. Далеко бежать, заодно вот всякие кафушки решила вам показать, потому что, знаете, девочки, мне писали, говорят, ни разу на самолетах не летала, или там ни разу из города своего, там из своей округи не выезжала, и людям интересно посмотреть вот прогулки по Москве, а сегодня вот мы с вами Москва-Сочи, посмотрим прогулочку такую, как я ехала в Сочи, и, конечно, покажу отель.
Вот. Видео будет состоять, наверное, из двух частей, потому что сам отдых, наверное, в следующей части покажу. А сегодня мы с вами будем лететь и заселяться в отель «Марианна». Огромное спасибо Букингу за это путешествие. Огромное спасибо Марианне, отелю. Потрясающие девочки, молодцы. Прям сервис хороший. Все так культурно, чисто, прекрасно. Вот, и сейчас я бегу на посадочку. Я говорила уже, да, я не люблю чартерные рейсы, потому что там все настолько ненадежно. Обязательно задержки, обязательно дешевые вот эти вот какие-то... Ну, не знаю, в общем, нет, я пользуюсь... Стараюсь брать хорошие рейсы. Кстати, в это время вот туда мы летели, самолет, в принципе, на треть был пустой. А вот обратно я летела, самолет под завязку был полный, и билеты не так уж легко уже. Вот, допустим, если брать уже там не заблаговременно, то билеты не очень-то. Ну и сейчас я, конечно же, достану этот пузыречек, видите, большущий такой. С предохраняющей вот такой штуковиной. Я сидела одна на три сиденья свободно. Кстати, люблю вот эти аэрофлотовские журналы. Это вот за сентябрь как раз. В полете полистать, почитать. Вот. Ну и что, девочки, летим. Мне прям повезло, я говорю, одна сидела, я же там сняла обувь, полпути читала, ела, там красилась еще, полпути уже дремала, ну и решила вам поснимать. Вот видите, из Москвы вылетаем. Так, вот сейчас на взлет. Это для тех, кто не летал на самолетах, мне писали такое, видите, взлет. Сейчас идем на взлет. Ой, полет такой легкий был, так хорошо, никаких прям перепадов. Видите, оторвались от земли, полетели. Вот. Над Москвой. Полетели, девочки, в Сочи. Сейчас мы залетим в эти облака. Я, наверное, прям тучи-тучи снимать не буду. Ну, просто вот для тех, кто не летал. Интересно. Видите, залетаем вот в эти облака. И по этим облакам самолет вот летит, набирает высоту очень долго. То есть такая толща облаков вот этих. Прям долго-долго летишь в облаках. А там выше уже, над ними, уже солнышко. Ну, приятного полета, девочки. Вот видите, а здесь над облаками вон какое солнышко. Но это, по-моему, уже ближе туда. Ну, отлетели мы далеко от Москвы. Я уж всю дорогу не могу снимать. Вот, ну а дальше в полете нам предложили вот такую еду. Кофе, водичку я взяла. Там вот сэндвич, по-моему, с чем был. На обратном пути с рыбой был, я не стала. А вот здесь мясо, сыр, овощи какие-то. Вот. Я уже тут помадой своей этот сэндвич. Вот. Йогурт, шоколадка. Вот. А это уже Кавказские горы, наверное, да? Смотрите, красота какая сверху. Горы. Ой, ну здорово, прям мне очень понравилось. Никаких, знаете, перепадов каких-то там давлений и так далее, ничего подобного.
очень комфортный полет, хороший, прям от души. Вот. Я в Инстаграме выкладывала какие-то посты. А мне писали, мне даже написали, представляете, ВКонтакте, в личку: «Гела, почему вы вводите в заблуждение? Я нахожусь здесь ужасная погода, холод там и так далее». Ну, мол, мотивация какая, с чего ради вы вводите в заблуждение? Я так удивилась. То есть мы находимся в одном месте, и вот я вижу чистое небо, а вы видите ненастную погоду. Я удивилась. Ну ладно, посмотрите дальше, девочки. Я прям каждый день что-то снимала, и чтобы вы видели. Вот видите, сверху вид какой. Просто обожаю не оторваться от иллюминатора. И вот смотрите, попался такой отрезок пути. Летели вот так над облаками. Прям тоже толстенькие такие. Как вата. Да? Прелесть какая. Вот, да, погода была. Была такая переменная, вроде бы как облачность. Даже дождик был в какой-то день. Но это вот немножко. Часа 2-3. В какой-то день ночью был дождь. Вот. А так днем, я говорю, часа 2-3, может быть, что-то я даже не могу сказать. Вот один день вроде как такая пасмурная погода. Но это, наверное, до обеда буквально. А дальше опять солнце. И как только появляется солнце, тут же прям тепло печет. То есть я каждый день была на пляже, каждый день загорала, купалась. Но в первый день это был какой-то трэш. Я вам уже рассказала в предыдущем видео, в какое я попала приключение. Вот. Ну, об этом попозже расскажу еще для тех, кто не видел. А тем временем мы подлетаем к Сочи. Сейчас идем на посадку. Смотрите, вот берег, вот там уже стадионы эти видны. Фишт в том числе, да? Облака были, но в основном они как-то вот в горах нависли и стояли в горах. И, кстати, мы разговаривали с девчонками. Я в этот раз не ездила, потому что я уже была и не раз в Розовый хутор. Вот, и там на пике прям эти облака сквозь тебя, да, и девчонки рассказывали, что минус 4 было и снег там наверху, на пике, на самой вершине, в горах. Представляете, минус 4, а здесь жара, купаемся. Ну что, девочки, мягкой посадки мы прилетели в мой любимый, обожаемый мною Сочи. Ой, класс, заново. Все эти впечатления, ощущения. Ну, я всегда любила и люблю Сочи. Езжу сюда с самого детства. Об этом я уже неоднократно вам рассказывала. Что если я не побывала в Сочи, то никакого отдыха и отпуска и не было. Так, ну вот. Выходим из самолета. Все тепло одеты. А здесь просто рай. Два часа, и вы в раю. Вот. Ой, прям по новой переживаю все впечатления. Смотрите, какая прелесть. Это я уже еду в трансфере. Трансфер мне обошелся 900 рублей. Стоит до Марианны. Можно сразу заказать это все, сразу обговорить. И мне очень понравилось, что заселили меня сразу. Ну, просто если есть возможность у них, да, если нет постояльцев там вот до вас, вчера, например, съехали, то можно заселиться сразу с рейса. Вот. И мне в этом плане повезло. И вот такая эмеретиночка. Мы едем по эмеретинке. Вот такие домики. Прелесть и красота. Там слева Рэдисон Лазурная. Тут справа Сочи парк. Парк-отель, как он там. Ну и все эти. Вся эта эмеретинка. И сейчас повернем на улицу Нижняя Меретинская. И вот на этой улочке, прямо берега, будет располагаться наш отельчик. Небольшой армянский отельчик. Армяне молодцы, конечно, если они
за что-то берутся, то очень основательный подход. Все продумано, все шикарно, потрясающе. Здание прям хорошенькое такое. Внутри все так здорово, достойно, чистенько, аккуратненько. Вот, ну сейчас мы едем по этой улочке и подъезжаем к нашему отелю. Вот вход в отель тоже имеет вот такой сначала ресторан, типа входная зона такая. Вот дальше ресепшн. Ну и, собственно, вы на месте. Вот такие красоты здесь на ресепшене, видите? Вот вход, вот сам ресепшн. Кстати, я не спросила, сколько там номеров-то всего. Четырехэтажный отельчик. И по, ну не знаю, штук по 6, может, номеров на этаже. То есть небольшой. Такой классный, девчонки, ну просто прелесть. Все есть, вы можете брать с собой вот эти вот матрасики, круги всякие надувные. То есть не таскать с собой в чемоданах все это. А все это есть здесь в отеле, вам предоставят. И вот такая красивая девушка мне сейчас все расскажет, покажет. И я пойду в номер. Девочки, очень рекомендую. Соотношение цена-качество, расположение – это просто потрясающе. И вот такой огромный номер. Вот видите, я в кроссовках тепло одетая приехала. Сейчас мы с вами будем раздеваться и обозревать номер. Все для проживания. Видите, он какой большущий номер. Мне единственное, что не понравилось, я сразу сказала, что часы стоят. И они мне сразу поставили там батарейку. Здесь дополнительно еще полно всего, и одеяло, и подушки, хотя там и так уже полно. Вот, халаты. Ну, то есть стандарт, он идет на двоих. Вот, то есть два халата там и на двоих, и даже на троих там дополнительные одеяла, подушки, все дела. Кондиционер, телевизор, плазма. Холодильничек там под телеком в этом шкафчике. Чайник есть. Вот кресло-кровать вот такое шикарное, широкое, большое, раскладывающее. И дают дополнительные, если там с детьми, допустим, все эти раскладные там кровати. Вот такая большая, широкая двуспальная кровать, тумбочки, там лампа. Ну, естественно, телефончик для связи с ресепшн. Вот. Ну, классно. Шкаф. В общем, все для жизни, все, пожалуйста. И такой простой, просторный. Вот там холодильник. Понимаете, то есть ты не ходишь там, не спотыкаешься, а именно просторный большой номер. Вот там вот балкон, сейчас мы выйдем на балкон. Вот. Вот это здание, это первый корпус, это Богородская называется. Второй корпус Марианна. Третий, не знаю, как у них будет называться. Вот такой вот просторный балкон, длинный прям. Со столиком, стульчиками. Вот море, пожалуйста. Ой, быстрее раздеваемся, переодеваемся, бежим на море. Вот там сушилка для полотенец. То есть не нужно всякие веревки вязать, прищепки там. Как раньше, да, в советские времена. Вот. Ой, ну благодать. Вот там вот третий корпус строится у них. Ну прям основательно, молодцы. Подход такой хороший. Все идеально. Вот такой столик, стульчики. Посидеть, покурить. Там сушилочка. Сейчас зайдем в ванну, туалет. Ну, кровать вообще широченная, большая кровать. Вот. Ванна, туалет. Ну, в принципе, все как обычно, да. Но вот видите, все просторно. Площадь большая. Мне вот это нравится, что не ютишься там в каморках. Душ, фен, все полотенца, все, ну, в общем, все для жизни. Там мыло, бальзамы, шампуни, все это есть. То есть тащить с собой ничего не нужно. Вытяжки, все дела, все чистенько. Вот такой вот номер у меня, девочки. Ну и на этом на сегодня я с вами буду прощаться. Я буду быстрее переодеваться, раздеваться и побегу на море. Но это вы уже увидите в следующем видео.
А пока на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. Пока-пока, мои дорогие.